Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как установить Telegram на ваш компьютер. Вот заходим на эту страничку, это официальная страничка Telegram, скачиваем Telegram for Windows. Get Telegram for Windows. Ссылка будет в описании, чтобы вам легче было это все дело найти. Естественно, вот скачиваем на рабочий стол для начала. Теперь открываем, нажимаем «Открыть». Выбираем язык, ну в данном случае русский нам полностью подойдет. Выбираем, куда устанавливать. Допустим, нажимаем «Далее». «Создать значок на рабочем столе». Далее «Установить». Завершить. Запускаем Telegram. Теперь нажимаем Start Messaging. Так, нужно выбрать нашу страну в данном случае. Вот. Нажимаем Next. Сейчас на наш Telegram теперь на телефоне пришел код. Нам нужно этот код ввести. Вот, все, весь наш Telegram перенесся на компьютер. Мы можем теперь так же само вот, писать сообщения, делать все, что угодно. У нас уже на нашем ПК. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. И всего вам доброго. До свидания.